Идет. Ну и что, ребята, вот мы добрались до почты. Спасибо Санте за то, что снимает на свой крутой iPhone. Мой телефон уже сел. Сегодня просто супер насыщенный день. Но получилось. Вот, Саня, Санек бедный. Он же нищий коллекционер Sony Boy. Посылка от него, ну, я так понимаю, игры, короче. Вот, сейчас дойдем до дома. И дома уже сделаем распаковку. Блин, я уже даже подзабыл, что здесь есть, но игры, черт побери. Отправляемся домой и будем делать распаковку, друзья. Ну что ж, ребят, всем привет, с вами я, Дэн, вы смотрите канал My Retro Days, и сегодня так уж вышло, что мне понадобится вот такой вот дружок-резачок. Все почему? Потому что Санечек, канал Нищий Коллекционер Sony Boy. Нельзя! Собак не идем. Рядом иди! С Дэном списывались, он от скромности от своей сначала одну игру попросил. Как-то в подлях было одну игру отправлять. Я ему говорю, Дэн, а вот такая есть, я ему все скинул, он говорит, бля, вот эти бы я забрал. Ну, короче, 4 штучки. Он мне там сразу, типа, Сань, ты что ищешь, ёпта, да пацаны, хорош. Я говорю, я просто от всей души, не надо мне ответок никаких, вы там, говорю, помогайте лучше, кому надо. Ну нет, нет, как бы он ни назывался, мы-то знаем, бандит свой. Поэтому он прислал мне вот такой вот кулек подарков, и сейчас будем делать распаковочку. Начинаем. Ну что, я в принципе знаю, какие тут игры, но вам не скажу. Начнем с того, что спасибо Сане, он долго как бы эту игру у себя хранил. Но я знал, что она, черт побери, у него есть. У меня такой нету. Такая есть у Стаса, у друга моего. Меня это прям почему-то как-то тогда не волновало, потому что у меня она вроде как есть. А вот как бы вот такой прям вот версии вот у меня вот, блядь, не было. А у Сани она была, и она ему нахуй не нужна. И он говорит, я тебе и пришлю. Ну, давайте начнем с того, что... А, ну, конечно же, пососать. Соснуть, как бы, что Санек, без. Светка! Иди сюда! Светка, иди сюда, ёпта! Посылку открыл, тут тебе сюрприз прислали. Да, садись. Стесняшка ты. Пососать прислали тебе, да мне. Чупа-чупсик. Да. Саня, нищий коллекционер, Sony Boy, будешь привет передавать? Спасибо огромное. Вкусняха. Да, да. Спасибо. Ну, а теперь давай, иди готовь борщ. Продолжаем. Вот та самая игра, которую я прям очень хотел. Блин, запечатана по-царски. Не знаю. Я прям уже чувствую, насколько она крутанская. Распечатаем. Распечатаем. Ножик, не головы. Так. Отлично, отлично. Ну все, ну ништяк. Это прям то, что вот прям мне душа просила эту игру. Блин, Санек вообще вот оставил, красавчик. Я уж думал, все, потерялась навеки, как бы, что-то как-то не густо. Ну вот она, прямиком из, как говорится, хранилища, вот. Это Motorstorm, Pacific Rift, любимая, я не оговорился, любимая платина, ребят. Диск шикарный, платину лучшее, вот он, мануал, между прочим,
не цветной, черно-белый. Но так или иначе. Короче, эту игру очень давно хотел и вообще по кайфу. Она причем какая-то греческая. Ну, в общем, прям то, что нужно. Вот она, вот в таком вот издании. Мне очень нравится сочетание конкретно вот этого вот издания. Тут все цвета так красиво прям сделаны. Ну, как по мне, это ништяк. Вообще. Супер, Сань. За мной не заржавеет. Это вообще, конечно же, ну вот фишку он придумал, типа, знаете, я посылаю игры там незнакомым людям или как-то неизвестным людям, посылка, флешмоб такой. Но вообще эту игруху он уже давно мне хотел послать. Я еще не знаю, вообще я сам ли напросился, тут еще вон сколько. Ну, короче, прислал мне много игр, тут еще 3 диска, и о них тоже будем говорить. Ну а также вы можете подписаться на Инстаграм, где тоже есть разные картинки из моей жизни. Всякие фотографии, и также самое важное, это уведомления о новых видео. Если вы не часто видите вот этот вот ебучий колокольчик, который вам присылается с помощью Ютуба, что, мол, вышло новое видео, и вы забываете посмотреть видео, а вам, блять, интересно, то вот именно в Инстаграме, где вы любите смотреть вот это вот, прокручивать голых баб, фотографии с машинами, там вы увидите фотографию уведомлений, что новое видео вышло. Нахуй это кому надо? Ну да ладно, продолжаем. Короче, вот это тут еще пачка. О, как звучит. О, как звучит. Продолжаем резать. Санек хорошо упаковал. Это вот тот самый полиэтилен, который, знаете, пупырчатый, да? В этом лесу, короче, он там распаковывал. Я вот не знаю, нищий коллекционер, Sony Boy, Саня бедный, ну, бандит. Игры классные, вот в этой хуйне, еще в пупырку, блядь, вернул, Диман. Слишком перестарался. Ну, это все оттуда. Хорошо, хорошо, прям вообще, смотри, ничего. Говорит, там все плохо, говорит, кейс разбитый, говорит, нахуй не надо мне. Я говорю, мне очень надо. Ну вот, давайте посмотрим, что же нас ждет здесь. Аккуратненько. Вот, первый диск. No comments, эксклюзив, игра замечательная. Обязательно must have в каждой коллекции. Играете за Нарико, это такая девочка с красными волосами, вот такими вот вьющимися. Ходите, рубите мечом всех налево и направо. Это такой мощнейший слэшер для того времени. Очень много народу там надо было убивать. Вообще, ну, по кайфу. Блин, одна из лучших игр Ninja Theory. То есть, до того, как они сделали Senua's Sacrifice Hellblade, также был еще Odyssey. Lost Odyssey, как это? To the West, короче. Ну вы поняли, о чем я, да? Игра про мужика, про такого обезьяну. Ну, короче, блин, всем советую такую игру. Играть, не играть, в любом состоянии, чтобы была. Тут полный комплект, Сань, зачет. Продолжаем. Вообще, вот эта игруха! Я очень давно хотел, а причем она даже издатель Sega. Я даже и не знал, тыковка нарисована. Это, короче, ребята, The Club. Что такое The Club? Это шутер со стороны, вид со спины. Тут есть разные персонажи. Ренвик, Драгов, типа русский. Немо, какой-то псих-маньяк. Сигер, Аджо, Куро. В общем, они тут все нарисованы. Всех перечислять даже не буду. Игра, ну, какая-то не очень серьезная, не очень там большая. Вот
Тут как бы у нас что? Мануальчик такой. Вот даже тут смотрите. Какие-то пометки есть. Бой на время. Смотрите, кто-то. Тут прям кто-то помечал. Ручка. Это прям, смотрите, памятная вещица. Не просто так. Кто-то что-то тут где-то захват. Бля, смотрите, оружие выбирали. Вон даже оружие тут, видите, вычеркнуто прям. Вот какое, наверное, крутое, да? Подсказки читерские. Ну, вообще ничего. Ух ты, блядский клык. Для заметок, сука, хоть кто-то, блядь, этого использовал. Вы посмотрите. Вон, Димон, Санта, ты говорил, для заметок. Что, блядь, сюда писать? Вот, пиши. Давид, Дима, блядь, Нямс. Няма, Няша, Нюша, блядь. Непонятно, короче. Все. Вот, сюда уже записал кто-то. Единственный человек в мире, который что-то записал. Бля, вот чувак заебался в натуре. Ну, хер пойми, короче, не знаю. Меня это как бы, в общем-то, не напрягает. Игра есть. Ну, кейс тут, да, поколотый. Да и в рот наоборот. Починю, как бы, нормально. Боксы есть, благо будут еще в ближайшее время. Продолжаем. Так, ну что, последняя игра. Саня говорит, ну там типа говно все это, не знаю, как говно. Вот замечательная игра, это смотрите. Фейсбрейкер, да? Ну, говорит, там надо до ума ее довести. Я не знаю, Сань, как ты понял, все, магия почты, прям волшебство, полный комплект. Не придраться, кейс идеальный. Блин, игру эту очень давно хотел. Вон, состояние просто идеальное. Все на месте. Это бокс, короче. Причем, не знаю, эксклюзив, не эксклюзив. По-моему, он не только на PlayStation выходил. Я в него, честно, не играл. Но знаю, что весело помутозить. Тут такие полупластилиновые персонажи, знаете. И вообще, игра нечастая. Игра нечастая. Серийный номер у нее, ну как этот, блес 00291, вот тут вот на торце. Ну, блин. Создайте боксера с вашим лицом, публикуйте своих боксеров. EA Sports World продвигал Electronic Arts эту игру. На двух игроков можно играть. Короче, и вся эта фишка, она как бы взаимодействует вот с PlayStation Eye Camera, то есть... Камера сюда вписывается, фотографируйте свое лицо, адаптируйте его. Ну, короче, дичь. Но Фейсбрейкер, знаете, такая игруха прям, ну, не знаю. Пишите, кто знает, эксклюзив, не эксклюзив. Я вот не помню, есть ли такой на Xbox, нет такого на Xbox. Я знаю, что у меня такого не было. Так что, как ты видишь, Санек, миссия выполнена. Все сделано по красоте, волшебство. Клаб, Хэмли Сворд, Моторшторм, вот этому вот прям особенно рад. Ну и конечно же, во-первых, тебе тоже готовлю ответку, ну ты, наверное, сам заедешь, заберешь. Ну и думаю, что еще кому-нибудь чего-нибудь тоже пришлю, поучаствую в флешмобе. Для меня это, в общем-то, не так тяжело, сложнее, наверное, на почту дойти, чем что-то выделить с коллекции. Есть и дубли, и всякое разное. Вот, спасибо тебе большое. Я считаю, вот эти вот диски прям, ну, вот этот вот прям вообще платинка. Моя любимая. Все. Вот такая вот распаковка. Опять же, отличный вариант для того, чтобы не засорять свой город, да, родной, вот этим говном. В это же потом, блядь, заверну, отправлю вам кому-нибудь. Поэтому... Пленку будем использовать как вторичный материал, упаковочную. Саня Бой, тебе отдельный респект, спасибо еще разочек, как бы, ну что уж, 5 раз сказал, наверное, хватит. Ну вот, если вам нравятся такие вот видосы, даже вот видите, распаковки иногда происходят на канале, обязательно ставьте лайки, пишите, что больше распаковок, Дэн, тогда я пойму, что вам нравится это дело, может, что-нибудь закажу, буду распаковывать.
Поэтому все, пока, до скорой встречи. Смотрите видосы, которые здесь светятся. Это старые видосы, но если вы их не смотрели, то как бы посмотрите. Все, пока, я пошел есть борщ. За сосульку, за сосульку-то отдельное спасибо, Санек.